Ну и каково же решение этого пазла? Выделяем инженера и ворота одновременно. Жмем Repair. И жмем Repair прямо на обломке. Инженер идет с ассистом, это можно отменить. А вот ворота пытается строить здесь дополнительного командира. И мы переносим строительство сюда. И командир начинает строиться. В общем-то, это нам и нужно. Начинаем реклеймить. И командир строится. Отлично, теперь перетаскиваем. Перетаскиваем приказ о строительстве дополнительного командира. И теперь выделяем ворота и самоуничтожаем их. И остался только тот командир, который был построен за эту массу, за эти 200. Но, в общем-то, это не так важно, потому что 2400 массы у нас осталось от ворот. Ну и сейчас уже осталось дело техники, я не буду это показывать до конца. Но так как у нас... Если бы я заделал очень много хранилищ, можно было бы реклеймить хранилище. И было бы тупо. Но вот так вот, несколько заходов по реклейме ворота и поделаем. По реклейме ворота и поделая сакушку, вы сможете ее построить. Такой вот пазл. Надеюсь, было интересно.